Какие они, венки Алданского района? Чем живут сегодня и кем были их предки? Об этом рассказывает книга под названием «Венки Алданского района коренного алданца» Александра Павлова. Подробнее об авторе и о книге расскажет Татьяна Вахнина. По образованию Александр Сергеевич – инженер-судостроитель. Он является автором более 50 книг. Презентация вновь изданного литературного труда состоялась в Алданской библиотеке имени Некрасова. Героями вновь изданной книги, состоящей из трех частей, стали современники. Одна из глав создана на основе писем жителей поселка Кутана. Содержание для второго раздела Александру Павлову передала жительница поселка Угаян Зинаида Григорьева. Соавторами главы о селе Хатыстыр могут считаться школьники. Пишут иногда, но иногда они вот от чистого сердца пишут так хорошо, тепло, что вот они как бы литературно не очень правильно написали, но править рука не поднимается. Идею жизнеописания судеб человеческих Александру Сергеевичу подали жители Усть-Майи. Люди попросили путешественника помочь им в составлении литературного труда. Творческий процесс захватил писателя. Светлана Егорова родилась и выросла в селе Хатыстыр. Вновь изданная книга повествует о близких Светланы Васильевны. Рассказ о родных для книги написала родная сестра Светланы Татьяна. Это первая ласточка, скажем так. И я вот сейчас обращаюсь, пользуясь случаем, ко всей нашей молодежи, ко всем тем людям, кто принял участие в этом проекте. Можно и продолжать эту работу. Ознакомившись с трудом литературным, первые читатели отметили, что произведение получилось по-человечески теплым и точно одухотворенным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.